Нашли мы с Аней рецепт для создания военного рюкзака. Это самый лучший рюкзак выбили? Да. Ткань насобирали, резину насобирали, и вот только что приплыли с острова, где стоял кожаный диван. Мы его вдвоем разрубили и получили 6 единиц кожи. Делаю военный рюкзак. Вот. Сейчас у меня обычный рюкзак, вот такой вот. И тут сколько раз? 2, 3, 4, 5. 5 на 5, 25 ячеек. Теперь одеваю этот. Вот. И тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут 30 ячеек. На том 25, а здесь 30. На 5 ячеек больше. Вот такой большой рюкзак. Да, еще сделали мы с Аней вот такую старую винтовку с болтовым механизмом, что ли, называется. Вот тут мы поставили оружейный верстак. Вот уже тут винтовки, пистолеты. Вот старая винтовка, урон 70 сделали. И еще Аня сделала пистолет ДЭК-45. Осталось нам еще до 4 уровня улучшить исследовательский стол, и мы тогда сделаем станок, который делает вот такие вот пластины. И потом с помощью них вот эти вот бронежилеты сделаем, самые лучшие. В полицейском участке мы уже побывали. Вот здесь радиоостров, вот полицейский участок. Вот здесь. И добыли там много вот такой вот. Вот такого вот штуковины. Музыка заиграла. Пошли драться. Вадим, не надо драться, мы можем просто с тобой сейчас выйти и все, и драться не надо. Да нет, давай драться, стреляй. Так, пули не тратить. Из арбалета, что ли, стрелять? Плохо, что нет опции. У-у-у-у, ничего себе, это дробовик. Ой, он через это пробивает. Через железку. Что-то это какие-то сильные пришли. Убила его, что ли, ты, нет? Живой? Да, да, убила. Кровотечение. Какой? Все? Угу. Так, короче. У меня бинтиков нету, кровотечения, бинтики. На верху. А, еще это ты стреляешь? Да кто их еще трое? Я, наверное, не буду тратить эти патроны, я возьму этот арбалет. Мне патроны жалко. Я из арбалета постреляю. Ты там трупы их не собрал, да? Нет. Тут еще трое плавают. Так я не вижу, где, где. Вот. Ну вот, даже не трое, их там четверо. С копьями. Да, я не вижу, где. Я по ним стреляю. Так ну, ты покажи мне, где. Ну. По периметру пробеги, вот они.
Видишь, где я? А, вижу. Ну и что? А, еще один. Копье. Вот теперь музыку перестал. Не собираем будет. О, телефон сотовый. Это хорошо. Кольцо бриллиантовое. Это очень хорошо. Так, я все хотел. Там еще с той стороны. Да, с той стороны надо еще. О, хорошее вино, дорогое вино у нас. Патроны для пистолета. Вот этот вот у меня вино принес. А где еще? Все? Нет, здесь, я же здесь много застрелила. Где-то тут еще должны быть. Ну вот они около понтона плавают. Я там сзади где-то я уже стреляю. Так, я вот тут все. Так, бикси. Патроны для дробовика, для пистолета, телефон, кольцо. 7 баллистическое волокно дропнули. Хорошо. Это очень хорошо. А этот рюкзак старый куда, на продажу? А, старый рюкзак на продажу, да. Так, ну хорошо, мы отбились опять. Да. Так, тут у меня на продажу здесь вино, сигареты. Это я сюда все на продажу положила.